3-4 было? Итак, 3-4 было сказано, а это значит начинаем. Привет, привет всем любителям математики. Задача, и сегодня я хочу поговорить, посоветоваться с вами. 4 числа в среду стрим проводить? Поговорим, да? А пока задача, смотрите. Эта задача была в 9 классе в одном из вариантов ОГЭ. Вроде бы не сложно, но тем не менее, из второй части есть вот о чем подумать, порассуждать. Итак, условия. Треугольник вписан в окружность. Вершины треугольника разделяют окружность на три дуги в отношении 6 к 13 к 17. На три дуги. Меньшая сторона треугольника равна 18. Найти радиус описанной окружности. Большой, знак вопроса. Все, думайте. Вы пока думайте, а я хочу с вами вот парочку предложений. Итак, 4 ноября в среду будет выходной. Если будет, ну, хочется провести стрим. Вообще давно не было, более полугода, да? Поступило предложение провести прямую трансляцию. Я полагаю, что туда будет включена, как всегда, математическая разминка. Насчет задачи при совместном решении, вот тяжеловато заочно решать совместно. Вот как-то мы пробовали, тяжело предложение воспринимать. Знаете, да, когда вот мы все вместе сидим, живьем, и идет коллективное предложение, то их сразу рассмотрели, стерли, зачеркнули, очень быстро идет общение. А тут один написал, другой позднее, там третий пишет, не то, минус потерял мне, там еще что-то. Ну, можно много придумать. Но посмотрим насчет задачи. По крайней мере, задачу, проблему я все равно поставлю. В любом случае. Или какой-нибудь, может быть, какую-то задачу все-таки решим. Ну, подумай, значит, разминка и... Поговорим, поотвечаю на вопросы. Вот, это совершенно точно, что будет в этой прямой трансляции, в этом стриме. Поэтому сегодня можете писать в комментариях свои вопросы. Ну, например, Владимир Набоков на интервью спонтанно никогда не соглашался. Если журналисты хотели взять у него интервью, он просил, составьте список вопросов, я подготовлюсь, а потом я пришлю вам, если это в газету, свое интервью. Но мы так не будем, а вопросы нужны для того, чтобы было интереснее и быстрее их освещать, чем ждать в прямом эфире. Ну хотя в прямом эфире тоже будем отвечать на эти вопросы, но если у нас будет заранее какая-то тема уже, было бы, наверное, чтобы, да, понимать направление, так сказать. Ну, в общем, думайте, пишите, как вы считаете, стрим проводить в среду 4 ноября. И вопросы, о чем поговорим? Будет разминка, задача, как всегда, все-таки задача будет либо разобран, либо домашнее задание, и поговорим. А теперь задача, время. Время. У нас время, как на Первом канале, да? Оно бесценно. Итак, поехали. Итак, три дуги. И вот один мальчик говорит, а мы еще теорему синусов пока не проходили. Чуть-чуть еще нет. И он говорит, ну тут теорему синусов надо. Я говорю, ух ты, а ты как узнал? Да посмотрел в Ютубе, как решаются подобные задачи. Ну и решил. Я говорю, ну хорошо, иди к доске. Он выходит к доске и говорит, итак, три дуги делятся в отношении 6 к 13 к 17. Вся окружность 360 градусов, сумма всех частей 6 к 13 к 17, 36, если сложить, да? 36 частей. 360 делим на 36, 10 в одной части. А здесь 60 частей, значит вот эта дуга 60 градусов, он говорит. 60 градусов, вписанный угол, опирающийся на эту дугу, равен ее половине, согласно определению и доказательству. Да? Вписан угол равен половине дуги, на которую опирается. Даже не определение, а доказательство. Половине дуги. Дуга 60 градусов, значит этот угол 30 градусов. Эта сторона 18, потому что эта хорда отсекает меньшую дугу. Ну и стало быть, она меньшая. Да?
18. И он говорит, мы знаем, что отношение стороны треугольника в любом треугольнике к синусу противолежащего угла – это два радиуса. Ну и отсюда радиус найдем. Итак, у нас сторона 18. Делим на синус 30. Это два радиуса. Так, ну что, 18, синус 30, 1 вторая. 18 делим на 1 вторую, переворачиваем. 18 на 2, 36 равно 2 радиусам. Значит, радиус равен 18. Задача решена. Ну, вроде все нормально. Решил прекрасно. Вторая часть, все, что мы тут словами говорили, все это письменно записывается. И тут один из мальчишек поднимает руку и говорит, так тут же можно без теоремы синусов решить. Ух ты, а как? Он говорит, а начало такое же. Всего 36 частей, узнаем сколько в одной части. Опять что ли мне? Точно, опять банки, но сбрасывают. Еще и перезвонить хотят. Никто не знает, что это за тема с звонками незнакомые номера и сброс, чтобы перезвонить, чтобы деньги снимать или что. И теперь смотрите, этот угол 60 градусов, а нам надо найти радиус. Проводим один радиус, проводим второй. Два радиуса. Угол вот этот, центральный, а мы знаем правило, центральный угол измеряется градусной мерой дуги, на которую он опирается. Он равен градусной мере дуги, которая отсекает или опирается. 60 градусов. Два радиуса, два одинаковых отрезка. Какой треугольник, друзья? Равнобедренный. В равнобедренном треугольнике угол при вершине 60 градусов. На два других приходится 120, они равны по 60. Треугольник, у которого все углы равны, еще и равносторонний. Значит, все стороны в этом треугольнике по 18. И радиус равен 18. Без теоремы синусов. Восьмиклассник может решить. Не обязательно девятиклассник. Да? Ну ладно, всем большой математический привет. Решайте задачи. Пока.